церковь его канонизировала не за образ жизни, а по отношению к России, к будущему России, к настоящему в то время России. И поэтому он почитается церковью как страстотерпец. То есть не как мученик, потому что мученики, они за веру страдали, были умерщвлены, убиты, казнены. А страстотерпцы, они были убиты за свою страну,